Приветствую вас на Первом Циничном канале. Друзья, если вы смотрите это видео, то я уже далеко. Ну, далеко от чего? От этого дивана, как минимум. Очередное путешествие, очередная порция опыта, очередное замедление времени. В путешествиях, я много раз говорил, время замедляется. И в этом плане люди проживают очень разную жизнь по продолжительности, даже если по паспорту она одинаковая. И тот, у кого по паспорту она меньшая, может прожить большую по факту. За счет путешествий. Короче говоря, очередной ветер странствий выдал Иоганна. Уже говорил на стримах, здесь повторюсь, что будет с каналом. Канал будет работать более даже регулярно, чем последние дни и последние недели. Каждый день будет в 11 утра публиковаться один сюжет. Там уже все стоит на отложке, то есть канал будет публиковать без какого-либо моего участия. Разумеется, доступ к нему я буду иметь, буду отслеживать, там отвечать на комментарии, вот, чистить гоминид, это самое банить. Но, в общем-то, ролики, я не знаю, буду ли я, смогу ли я выкладывать из того места, где я буду находиться. Потом, да, будет отснято очень много контента, со временем я их, конечно, выложу. Смогу ли онлайн выкладывать, не знаю, посмотрю. По мере монтажа, по мере занятости. Короче говоря, вот так, в очередное путешествие. Вообще, чем ценно путешествие? Смотришь на звезды, вот буквально тут ночью гулял по лесу, смотришь на звезды, понимаешь, насколько ты практически ничто. Ты вроде бы и часть этого творения, более того, даже осознающая часть, ты можешь на все на это смотреть. Но в то же время, может быть, тысячи, может быть, миллионы лет. Никто в полной мере не знает, сколько лет этому миру, сколько времени, сколько он существовал, сколько он будет существовать. Понятно, там гоминиды, которые насморк лечить не научились, с легкостью рассуждают там о каких-то миллиардах лет, высчитывают. Но, тем не менее, лет много. Этот мир существовал до нас, будет, очевидно, и после нас. Пространство тоже огромные, там уж миллион или миллиард или световых лет, но они огромные. И ты видишь, что ты буквально там искорка и во времени, и в пространстве. Ты практически ничто в пространстве и практически ничто во времени. И в понимании, даже как существо осознающее, ты тоже ничто. Потому что основную массу того, что ты даже видишь, ты не понимаешь. А видишь ты, судя по всему, далеко не все, что существует в этом мире. Так вот. Но некая такая позиция эгоцентризма, считать себя центром мира, она поражает. Это такая форма безумия, присущая, ну не знаю, может быть святым только не присущая. Мне она тоже присуща. Ты вроде бы и звезды посмотрел и понял свое место нулевое в этом мире. А в то же время потом наступает день, и ты живешь, как будто бы ты источник своего бытия. Как будто бы твое бытие зависит от тебя. Ты пришел, не знаешь откуда, и уходишь. Со временем, не знаю куда, с очень маленьким временем. Но ведешь себя, как будто бы, блин, твое бытие укоренено не в Боге, а в тебе. Мы, по сути, духовные экскурсанты, наверное, в этом мире. Но не организаторы экскурсии. Мы не знаем, куда нас везут, что нам будут показывать. Мы даже не подписывались на эту экскурсию, а милостью Божией оказались в ней. Что дальше будут показывать? Мы не знаем, где мы находимся. И где будем находиться. И, возможно, когда будем находиться, то тоже не будем знать в полной мере, где мы находимся. В мире, в огромном мире, который бесконечен в обе стороны. В микро, даже во многие стороны. В микро, в макро, в духовном измерении. Так вот, а когда ты путешествуешь, ты немножечко хотя бы сбиваешь вот это безумие с себя. Центр мира. Такой, я центр мира. Ты видишь огромное количество людей, стран, городов. Ты где-нибудь тусуешься в аэропорту, где люди просто тоже как искорки проскакивают и летят дальше. И ты смотришь на все на это и думаешь, блин, а ведь каждый для себя центр мира. Вот этот чувак, который идет там в тысячах других чуваков, где-то в толпе, и он сейчас пройдет в аэропорту, там с рейса на рейс пересядет и дальше полетит. Ты с ним пересекся долю секунды. Он тоже для себя центр мира. Ты приезжаешь в какой-то город, смотришь, толпы людей ходят. Все центры мира для себя. Все ведут себя таким образом. И тут ты видишь безумие всего этого. И задаешься вопросом, я такой же? Ровно такой же. Еще один центр мира. Еще один центр из миллиардов только ныне живущих. А когда-либо живших, и которые когда-либо будут жить. Ну, блин, одни центры. Куда ни плюнь, попадешь в центр Вселенной. Так вот, ты как бы понимаешь, ну, со стороны лучше видно. Ты понимаешь, насколько это безумно. И понимаешь, что ты ничем не лучше любого. Вот из этих случайных людей. И ты понимаешь, что если сейчас, не знаю, там, ну не дай бог, этот человек, к примеру, скопытится, то мир не изменится.
Мир побежит дальше. И ты точно так же скопытишься, мир не изменится. Ты понимаешь, что творение Божье, оно настолько огромно, что ты со всеми своими радостями и горестями, со всеми своими достижениями и промахами, это, блин, это даже не искорка, даже не пылинка во всем этом творении. И вот тут, может быть, как раз получится перейти на другую парадигму. Не я центр мира, а я экскурсант, по Божьей милости. И дальше просто смотреть, что покажет эта экскурсия. Но точно не организатор. У нас даже маршрута этой экскурсии нету. Она куда-то едет. Судя по всему, экскурсия хорошая, ценная, но мы не знаем, что за поворотом. Ну вот, друзья, поэтому поеду в очередной раз, как говорится, ширнусь дозой разумности в этом плане. Ну, не то чтобы даже разумности, хотя бы небольшое лекарство от сумасшествия. В этом плане путешествие помогает. Еще раз, канал будет работать, я на связи, может быть, даже будут там консультации получаться ставить на какие-то числа. Вот, надеюсь, что интернет будет нормальный. Короче говоря, в очередной раз буду смотреть, как живет мое дело с минимальным управлением, как говорится, с моей стороны. Потому что тоже много раз говорил, рано или поздно этому делу придется жить без управления с моей стороны. Это вообще интересно. Даже когда я начинал там на Ютубе, я все-таки думал, ну, у каждого времени свои какие-то прибамбасы, знамения. Ютуб это сегодня есть, завтра его не будет, все течет, все меняется. А сейчас, когда 8 лет прошло, и я могу, например, ролики свои посмотреть, где я хотя бы выгляжу моложе, вот, значительно. Я понимаю, что да, запросто это все может просуществовать, что на Ютубе пройдет моя жизнь там, от среднего возраста до старости и до смерти. Вот, это будет целый такой как бы многолетний дневник, что ли, Иоганна Себастьяна, там, труды Иоганна Себастьяна. И Ютуб может меня тоже пережить. Это тоже интересно, когда ты понимаешь, что даже такая финтифлюшка, как Ютуб, может существовать значительно дольше тебя. И там останутся твои мысли. Вот, ну ладно, в любом случае, еще раз, мы не центр мира. В любом случае, пока что пробник, пока что путешествие, канал будет работать, стримы, надеюсь, на лайве тоже будет получаться делать. В общем-то, еду за новым опытом, за новыми идеями, за новыми сюжетами.